утром горит свет. Сегодня Гони совсем не до сна. Я каждый вечер смотрю на звезды. Мечтаю увидеть летающую тарелку и настоящих пришельцев. Заглянем в телескоп Гони и изучим звездное небо. Это Марс. Юпитер – газовый гигант. Это самая большая и тяжелая планета. Она в 2,5 раза тяжелее всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Это Луна. Это Луна. Уран, в отличие от всех остальных планет, вращается не вокруг вертикальной оси, а на боку. Можно сказать, что Уран катится вокруг Солнца, как мячик. Это Юпитер. Венера – вторая планета Солнечной системы. Ее назвали в честь древнеримской богини любви. Еще Гоня любит искать разные созвездия. Давай узнаем, что он нашел в этот раз. Какое красивое созвездие! Узнаем, как оно называется. Соедини все звездочки по порядку. Это созвездие рыб. Гоня нашел еще одно созвездие. Ой, что это там такое в ночном небе? Отправляемся на звездную фотоохоту. Какая удачная получилась фотоохота. Теперь все фотографии нужно разложить в альбоме. Разложи фотографии на страницах фотоальбома правильно. Это не та фотография. Здесь должна быть другая фотография. Теперь Гоне приснился сон о далеких звездах и космических приключениях. Ведь во сне мы можем отправиться в звездолете на Марс, Сатурн или Уран, или улететь так далеко во Вселенную, куда только сможет унести нас наша фантазия. Можно выключить свет. Спокойной ночи, Гоня!